хули ты здесь делаешь? Журналюга не даю. Пошел отсюда. Я приехал нахуй в Красноярск. Все, блядь, ведут топить меня. Груши по ветке наработать, да? Ну, а что, по-моему, нормально. Пельмень, короче, проспал. Он пытается отсрочить свое погружение. Да, его пробили. Вот скажи, бил ты его серьезно, что ли, там ударил? Вот что было на вашем шоу, то, что вас там бил? Значит, температура воздуха минус 6,9. Температура водички 2,3 градуса. Ауф. Спартак будет чемпионом в этом году? Вы что, издеваетесь, а? Вась, ты как? А кого ты вырубишь в 2020 году? Ох, ох, как хорошо. Пельмень ныряет в Красноярске в декабре, нахуй, с Новым годом. Приехал в Красноярск. Все, блядь, ведут топить меня, как котенка просто москальского. Да, все, мы сейчас потонем здесь, смертью храбрых. Бля, реально сейчас шутки плавают там, короче, сразу. А, то есть это нормально, да? Ништяк. Зря хлебушек не взял. Пельмень, короче, проспал. Он... Главное, что приехал. Да, он пытается отсрочить свое погружение. Вот, но мы нет, мы мужчины. Мы, блядь, до конца. Я вода 2,3 градуса. 2,3? Ой, хорошая какая водичка-то. 2,3, это прям рекордик. Опа, на танцполе тёлочки. Бля, что-то холодно. Значит, температура воздуха минус 6,9. Температура водички 2,3 градуса. Вон. Короче, там, да. Вот. Вот так и живем. Ауф. Хули ты здесь делаешь? Говорю, журналюга не даю. Пошел отсюда. Я вас тебя не звал, идите. Так, ходи, федерация бокса. Пиздец, прикинь, они проспали. Они проспали, они сказали, если ты придешь, мы будем. Опа. Это же жизнь. Из такой серии не запостил не было, поэтому надо камера раз нырнуть и забыть. Пиздец просто. Пельмень ныряет в Красноярске в декабре, нахуй, с Новым годом. Где этот Биг Макс? Пойдем. Да вы что, совсем что ли? Я сейчас ждать вас буду. Вы что, издеваетесь, а? Пацаны, иду. Хуёт ломается. Ну чё, на полетели? Давай, вниз зайдёмся. Вот тёплая-то какая, а? Ну чё, полетели, полетели быстрее. И, ребята, я даже ни разу не смотерился. Какое-то превосходное чувство искупаться зимой в Енисей. Ох, ох, как хорошо. Да хорошо все. Нормально все? Ой, очень, очень хорошо. Очень хорошо. А что ты в одном до красотки? Пацаны, мы это сделали! Как оно? Охуенно? Подряк вообще на целый день. Круто. Все нормально, короче. Вась, ты как? Я во. Во? Вообще нормально. Была бы тут банька бы еще. Банька. Сыны бы не было. Сейчас бы в баньку сразу, да? Кайфовый ты, не могу. Какие у тебя будут пожелания на Новый год? Не себе, а вот к тем, кто когда-нибудь увидит, так как мы дебилы ныряли в Енисей. Не делайте этого. Спартак будет чемпионом в этом году? Нет. В 20-м будет. В 20-м будет? Ну, в смысле, 20-21? Да. Все, вот так вот поняли, блядь. А кого ты вырубишь в 20-м году?
Не было таких планов. Не было? Начнем с тебя, наверное. А, ну да. Достал ты меня уже. С Клифосовским. Красноярский то достал. Вот так вот. Венесей, везде. Тебе купайся, все тебе надо, блядь. Ты прикинь, ты от меня даже хотел унырнуть в Енисей, я тебя и там достал. Да, ты там меня достал, да. Блин, ребята. Тепло уже, реально тепло. Так кайфово вообще. Такая будет сейчас прям по телу, по всему, вообще круто. Все, главное, ребята, носки не одевай сразу в кроссовки. Серьезно? Я так бы эту футболку одел. Такая прям, знаешь... Прям Енисей нарядь. Готовился. Да. Я даже смерть, блядь. Смерть косой. Она душу греет, это же пейнкиллер, вы что ли? Нормально, Кирю Хисарычу сейчас привет передали, да, с пейнкиллером. Даже Василий Конов младший выжил. Бля, я уже не младший, блядь. Уже да, уже скорее не младший. А Спорт-Экспресс? А где Спорт-Экспресс? А его нету, потому что это Спорт-Экспресс. Советский спорт где? Там люди Спорт-Экспресс. Там же, блядь. Все, и Тартас где? Все там, да они все там. Да, и МК там, все там. Все не все всплыли, там. Блядь. Да. Не всплыли. Не всплыли. Как думаешь, сколько нужно заплатить стриптизершам, чтобы они хоть что-то сейчас нашли? Много, да? Им еще, если найдут, тогда надо оплатить. Квартирами расплачиваться, да? Ой, да. Сейчас я по всему телу. Вообще кайф. Уже хорошо все. Ай, Конов, счастливый, не могу. Ты смотри, ты в Анапе залез, блядь, сраное Черное море. Там каждый дурак может залезть. А ты сейчас взял, залез и... Енисей. В декабре. Это все никакая... Вась, у нас сегодня с тобой очень долгий день. Давай. Во-первых, как ты себя чувствовал после того, как вы окунулись? Замечательно, бодряк. Бодряк? Дожила ли твоя энергия до бокса и не усыпило ли тебя то, что происходило сегодня в ринге? Нет? Нет, все замечательно. В ринге все было шикарно. Что скажешь про Кудряшова? Что сказать, выиграл. Выиграл? Да, выиграл. А про Лебедева? Проиграл. Тебе обидно? Ну, я знаю то, что ты неравнодушен к боксу, и каково было наблюдать за тем, как Лебедев, безусловно, один из тех людей, на которого ты смотрел, да, когда он там, с Роем Джонсом дрался, еще что-то, и вот сейчас он на твоих глазах проигрывает, завершает карьеру. Обидно? Ну, чуть-чуть. Я больше расстроился, что кувалду не нокаутировал. То есть ты прям больше топил за Кудряшова? Да. А почему? Почему именно Кудряшов? Потому что вот эта вот вырубающая мощь? Ну да. Ты сам занимался боксом? Чуть-чуть в школе. Сколько? Ну, класса 2. Класса 2? Ну, сколько тебе было? Младшая школа? 14-15. 14-15? А почему бросил? Не знаю. Не, ну должна же была быть какая-то причина. Задолбало, кардио не нравилось, еще что-то. Ну, пойдет. Задолбало, кардио. Задолбало, кардио не нравилось. Да у нас там, по большому счету, большого кардио не было, ну, как-то так. А, сейчас... На зале не с кем было. В смысле? Ну, больших не было. И ты пиздил малышей? Грушу бил. А не выступал? Выступал, приезжал на соревнования, там выходили моя весовая, блядь, я что-то, и выходили высокие, руки длинные, я получил пиздячки. Угнетал, может, поэтому тоже забил? Нет, нормально все. Угнетало, как-то так. Сегодня видел то, что с тобой сфоткался Эдуард Троиновский. И отправил фотографию Саше Поветкину. И то, что ты теперь будешь новым спарринг-партнером Саши Поветкина. Да вот так, сказки. Нет. Как будешь готовить Сашу Поветкина к реваншу с Хантером? Я что ли буду грушей, что ли, работать? Грушей Поветкина работать, да? Ну, а что, по-моему, нормально. Нормально, да. Ну, в принципе, как на пощечных у Амирана, так и в лагере у Поветкина можно подрабатывать. Там комбайны отдают? А ты только за комбайны согласен, да? Да, за комбайны. Угу. Слушай, смотри, а какая следующая должна быть у тебя цель? Вот собрали на комбайн. На что надо собирать в 2020 году? Именно собирать на что? Ну или как? Ну вот что делать, для чего? Какая следующая цель? Потому что я помню, что комбайн — это прям была мечта, мечта, мечта. Ее реализовали. Что дальше? Пока не знаю. Ну придумай что-нибудь. Ну загадай, вот Дед Мороз нас сейчас смотреть будет. Загадай желание Деду Морозу. Просто желание загадать. Не знаю. Серьезно. Ну я не знаю, что там. Бля, его пробили. Вот скажи, бил ты его серьезно, что ли, там ударил? Вот что было на вашем шоу, то, что вас там бил? Не ударил тебя, бил. Заебешь ты своим инстаграмом, блядь. Ну серьезно, давай, вот что нужно сделать в 2020, чтобы какая-нибудь еще твоя мечта исполнилась? Ну, построить, ну.
ремонтную мастерскую нормальную, там склад подремонтировать, сушилку был на следующий год ремонтировать, склад был, хочу новый строить, получить, ну, расширяться, работать дальше, все. Ну, то все на ферме? Да, да, там, да. Ну и давай, вот сейчас ты точно должен что-нибудь классное сказать. Кому сказать? Подписоте, которая будет смотреть себя в 2020 году. Подписоте подписчикам, товарищам подписчикам. Слово такое подписоте мне очень нравится. Кто его придумал вообще? Там же хорошие товарищи, друзья, знакомые. Вот ты им говори. 2020 год, чего ты им желаешь? Как там говорить, счастья, здоровья. И моя это главная поговорка, когда всех поздравляю. Чтобы буй стоял и деньги были. Буй стоял, деньги были? Буй. Буй? Да. Конечно, ребят, с наступающим.